Василий Васильевич. По курсу какой-то предмет непонятный. Тарелка. Ну, как догадаешься, нам ужин послать. Пустая. Ветром могло сдуть. Нет, это не та тарелка. Граждане, граждане, внимание. Перед нами необычное явление. Предмет в форме тарелки. Люди добрые, а вы поверьте, расставание с землею хуже смерти. А расстался я с нею недобровольно, и поверьте, братцы, сердцу больно. Был тарелкою я подхвачен, и теперь жена моя, наверное, плачет. Не собраться не успел я, не проститься, и куда глядит моя милиция? Говорили все небезопасны, что тарелки это, мол, только сказки. А вот эти существа, что из сказки, научили меня петь по-марсиански. Здесь куда ни глянь, одни тарелки, меньше крупных, а больше мелких. И так много, видно, их производили, что весь космос ими засорили. Пусть здесь тещи нет, ой, и нет соседки, все равно я не в своей тарелке. Грусть тоскою по земле я измучен. Хорошо в гостях, а дома лучше.